Всем здравствуйте. Павел Коржавых, заслуженный мастер спорта по джиу-джитсу, мастер спорта России по самбо и дзюдо. Хотел тоже пару слов сказать о турнире, который проводится 28 января 2017 года, ВИВКИ, посвященный пяти. Добрый день. С 10 лет я занимаюсь дзюдо, и вот этот турнир, один из первых турниров, на котором я участвовал, будучи уже студентом Горного университета. С 17 лет я на этом турнире прошел весовые категории 60-66 килограммов. Каждый раз был в призах, один раз выиграл этот турнир, год, наверное, 2010, когда я этот турнир выиграл. Вспоминаю, что всегда турнир был на отличном организационном уровне, всегда собирался очень сильный состав спортсменов. Ну и а такое яркое, наверное, воспоминание, когда было на улице минус 30 градусов, и мы здесь боролись 12 или 11 января, то есть все в перчатках, в шапках, без мнения, все пришли на турнир, все поддержали этот турнир и сражались. Схватки были жаркие, несмотря на то, что мороз был. Здесь всегда жарко, потому что я тоже один раз раз два или три участвовал, уже будучи ветераном, я почувствовал эту жару на своей шкуре. Великолепно, что за счет таких турниров мы сохраняем традицию, то есть что встречаются ветераны. Здесь можно увидеть всех спортсменов, которые там вели тебя, тренеры. И я считаю, очень важно проводить такие турниры и закладывать, наверное, те основы дружбы коллектива молодому поколению. Павел, пользуясь случаем, я хочу все-таки нашу предварительную договоренность как бы немножко озвучить, что когда появится возможность, мастер джиу-джитсу, чтобы рассказал о своем пути, потому что у нас заслуженных мастеров по джиу-джитсу пока не так много, да, и чтобы об этом рассказать о самбо, о своих первых тренерах, об успехах, о развитии спорта уже российского и ленинградского, санкт-петербургского. Вот, это я пользуюсь с удовольствием случаем. Проведем семинар, пообщаемся, расскажу, как я шел по спортивному пути. И заранее скажу, что я вырос в маленьком поселке, там начал тренироваться. У заслуженного тренера России Подсидкова Владимира Васильевича. Ясно, здорово. Удачи, спасибо. Спасибо. Удачи во всех делах, не только в спорте, а вообще.